Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертные схватки с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть. Видеть сны? Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то кто снес бы унижение века? Неправду, угнетателей, вельмож, заносчивость, отринутое чувство, нескорый суд и более всего насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль. И вянет, как цветок решимости наша, в бесплодье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех, от долгих отлагательств. Но довольно.